Александр Аксенов. Латинским буквам написано, по-моему, Аксенов. Доброго дня. Вопрос. Современная пропагандистская кампания замедляет или скорее раскручивает дезинтеграционные процессы в РФ? И почему команда Навального все время твердит, что в современной РФ нету никаких сепаратистских настроений? Потому что они есть, потому что команда Навального обслуживает власть. Там, как бы они ни делали вид, что там, Путин покушался на жизнь Навального, там все ясно. Навальный начал на стороне федеральных чекистов бороться с чекистами, с региональными элитами, утверждая, что это мафии, строительные мафии, которые, значит, пользуются бюджетом, а этот бюджет очень нужен был федеральным чекистам. Тогда был провал по доходам серьезный. Вот. И траванули его именно потому, что этот конфликт существует, конфликт с регионами. Пока все в порядке, пока доходов достаточно, федеральная власть, федеральные чекисты, ну, позволяют региональным элитам зарабатывать на их бизнесе. Хотя вот эти перемещения охранников и просто лояльных Путину людей в регионы в качестве губернаторов, генерал-губернаторов регионов назначенных, это высокая очень степень недоверия региональным элитам или понимания того, что эти региональные элиты подлецы, сами хотят выживать. И для них выживание центра все-таки на втором месте. Ну, психология естественная, там, людей, которые должны решать сегодня здесь, в своем там Новосибирске, Омске, Томске, Владивостоке какие-то проблемы. Будучи лояльными, но все-таки решать свои проблемы. Вот. А навальнисты, ну, обслуживают власть. Еще одно доказательство их связанности с властью. Странно, что все еще это продолжает удивлять.